Почти на 80% вырос объем произведенной зеленой энергии в Казахстане в прошлом году, достигнув показателя в 2,4 миллиарда киловатт-часов. При этом доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии составила 2,3%. Ожидается, что в этом году она увеличится до 3%. По словам представителей Минэнергетики, для этого в этом году в стране будут запущены 18 новых ВИЭ-проектов, в их числе две крупных ветроэнергетических станции с общей мощностью в 200 мегаватт, которые расположены близ столицы и в Жамбылской области. В целом в отрасли ВИЭ в этом году планируется привлечь порядка 600 миллионов долларов частных инвестиций. Путем реализации проекта возобновляемой энергетики Казахстан может выполнять свои международные обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Как я вам напомню, что Казахстан присоединился к Парижскому климатическому соглашению. До этого мы были участниками Киотского протокола. И, соответственно, Казахстан обязан на международном уровне снижать СО2, да, и парниковые газы. И объекты возобновляемой энергетики – это один из самых эффективных инструментов снижения СО2. Казахстан находится в тренде, и мы внимательно отслеживаем, что делается у соседей, в частности, допустим, в Узбекистане. Наш опыт также перенимает.